Всем привет, ребят. Примерно через месяц, 13 мая этого года, состоится стримфест номер 2. Год назад был первый стримфест, и такие, знаете, пробник. И, соответственно, на основе проб и ошибок будет проведен второй стримфест, больше масштабнее. Что это, собственно, такое? Многие люди, которые не представляют, что это такое, а таких большинство, они себе в голове представляют, знаете, такую большую кучу народу, там много стримеров, пришла куча народу, и все это в одном месте как-то вот так вот трется, тусуется. Но нет, на самом деле все будет гораздо шире, организованнее и масштабнее. Соответственно, ну, во-первых, конечно же, будет именно такая гигантская тусовка со стримерами. Там будет реально много стримеров, вы со списком можете ознакомиться. Это еще только предварительный список, ведь еще месяц остался до, ну, к подготовке. Но это не будет какая-то одна большая куча. Там будут разные места, разные пространства. У каждого стримера будет свое место. У больших стримеров большие места, у маленьких там маленькие уголки, может что-то объединиться. Ну, в общем, такая большая-большая тусовка стримеров. Сможете прийти со всеми своими любимчиками, познакомиться, сфотографироваться, потусить. Вот. Во-вторых, там будут проводиться прямо на месте живые турниры. Список дисциплин пока я не очень в курсе. Ну, вроде как Hearthstone обещает, LoL вроде обещает, что-то такое будет там вот. Там будет большой полигон виртуальной реальности. Прям вот реально полигон, где желающие смогут прям повиртуалить, пореалить. Я, например, никогда не пробовал, мне, например, интересно. Там будут различные приглашенные звезды, которые вроде как к стримам не очень отношения имеют, но просто с ними интересно потусить. Например, уже анонсирован тот же Василий Уткин, да, известный футбольный комментатор, если кому-то интересен футбол. И мне, например, больше нравится как актер в фильмах «Квартета И». Вот, соответственно, полной информацией можете ознакомиться либо на сайте StreamFest, либо в группе ВКонтакте, просто либо в ВК.com StreamFest, либо просто погуглите StreamFest, вы не ошибетесь, там список стримеров, примерная программа, ну, короче, вся подробная информация, можно ознакомиться. И я буду на этом стримфесте, не просто приду туда, типа там зайти, я буду именно участником, то есть я приду к началу, начало будет в 12 дня, окончание 8 вечера, буду от начала и до конца. У меня будет там место, я приготовлю программу, как вас развлекать и что вообще там делать. Соответственно, если хотите, приходите ко мне. Само мероприятие платное, билет стоит 1000 рублей, 1000 рублей ровно. Вы можете купить либо просто билет на стримфест, он стоит 1000 рублей, ну как общий билет, либо можете купить билет на стримера. Это либо в списке участников, там найдете своего стримера, купите на него там кликом, либо вот по ссылочкам, ссылочку оставлю. Такой билет стоит ту же самую 1000 рублей. То есть разницы в цене нет. У вас на билете будет написано, что вот билет к такому-то стримеру. Это не значит, что можете прийти только к этому стримеру, в другие места вам ходить нельзя. Нет, точно такой же полноценный билет, просто он как бы именной. Это означает, что часть денег с этого проданного билета пойдет стримеру. Вот, соответственно, есть, я могу назвать три причины, почему, если вы пойдете ко мне, то нужно покупать именно именной билет, а нейтральный. Ну, во-первых, конечно, то, что вы меня любите. Не, ну ладно, если не любите, то забудьте. Второй момент. Я собираюсь прийти туда не с пустыми руками. Я вот точно подготовлюсь. В данный момент я не могу сказать конкретно и точно и подробно, чем я там буду развлекать, но у меня времени еще месяц, я хорошенько подумаю, подготовлюсь, и я намерен принести какие-нибудь сувениры для раздачи, чтобы, ну, у вас осталась какая-то приятная память об этом событии, о нашей встрече. Вот, ну, конечно, не ожидайте, чтобы какие-то там крупные дорогие подарки, но какие-то сувениры, что-то я приготовлю, чтобы каждому из вас торжественно вручить и порадовать. Соответственно, и вот эти все деньги, которые получу, я их собираюсь пустить на организацию, на то, чтобы как-то, ну, принести вам подарки, как Дед Мороз, чтобы не с пустыми руками прийти. Вот. И самая главная причина, самая веская, на мой взгляд, это место. Как я уже сказал, проходить стримфест будет в Технополисе Москва. Находится в Москве, сюрприз. Это место большое, там места много, а народу будет тоже много, потому что в прошлом году было более 1000 человек, а в этом году ожидается намного больше, потому что все будет, ну, действительно больше, все будет больше и масштабнее. А места хоть и много, но оно не резиновое, и его нужно будет как-то делить. И, соответственно, как организаторы будут делить место? По количеству купленных билетов. На тебя много купили билетов, значит, тебе придет много народу, на тебе много места выделить. На тебя купили мало билетов, ну, в чем тебе будем большое место выделять? Ну, на тебе какой-нибудь уголок, или там объединим тебя с какими-то другими стримерами. И, соответственно, если так получится, что вы купите нейтральные билеты и придете ко мне в гости, то нам будет как-то тесно, может быть, душно, нам придется как-то ютиться. Поэтому, друзья, если хотите прийти ко мне в гости, со мной потусить, пообщаться, то
пожалуйста, покупайте именной билет, чтобы нам выделили хорошее место, не у параши, чтобы у нас было просторное, хорошее, нормальное место, чтобы мы все поместились комфортно и могли там как-то проводить время и развлекаться в течение нескольких часов. Вот, на мой взгляд, это самый важный аргумент, поэтому вот такие дела. Так вот, кроме того, крайне желательно купить билет заранее, на то тоже есть несколько причин. Причина номер один. Организаторы обещают все деньги, которые они получат с билетов, пустить, но на организацию стримфеста. То есть это не событие с целью наварить бабла, а это действительно событие с целью популяризовать всю эту культуру. И они действительно вызывают доверие, я, например, доверяю их словам. И они говорят, что вот деньги, которые мы получим, мы их пустим на закупку там всего, на оборудование, на приглашение, ну и на прочее все, чтобы было клево, интересно и увлекательно. Но совершенно очевидно, что чтобы все это подготовить, нужно заранее получить деньги и заранее все это платить, заранее все это заказать. Если вы в последний момент купите билет, то уже поздно будет, уже лучше стримфест от этого не станет. Если вы купите билет заранее, то в общем стримфест станет чуточку лучше благодаря вам в том числе. Второй момент, друзья, в том числе и по сувенирам, которые обещал. Та же самая ситуация, друзья. Да, я намерен принести подарки, но мне нужно примерно представлять количество людей, чтобы определить количество всякой всячины, которую я туда принесу. И по этой же причине тоже лучше купить билет заранее, чтобы я знал, сколько мне чего заготавливать. И причина номер три, самая важная для вас, это цена. Как я уже сказал, билет стоит 1000 рублей, он так будет стоить примерно до конца апреля. С мая билет подорожает до 1500 рублей, чтобы покупали заранее. Вот, поэтому лучше купить до конца апреля, а лучше еще раньше, чтобы все успели подготовиться и использовать эти средства на закупку всего необходимого. Поэтому, друзья, если вам интересно вот это все, если вам интересно потусить с разными стримерами, послушать всякие дискуссионные панели, а такие там будут, такие, знаете, прямо вот на сцене сидят несколько стримеров и такие, а что вы там думаете там по такой-то теме? И они начинают там, я думаю, вот такие там вещи будут. Вот, поучаствовать в различных мероприятиях, турнирах, посмотреть на всю эту виртуальную реальность, потусить с местными знаменитостями, там, пофотографироваться. По сути, это такой, знаете, как игромир, но со стримерской тематикой эдакий. Вот примерно так я себе ожидаю. Ну, конечно, заранее-то предсказать не могу, тем более, что я не организатор, но я так себе примерно все представляю, и, соответственно, я буду готовиться в таком ключе, чтобы мы там все как-то нормально провели время. Вот, если вам все это интересно, 13 мая, друзья, в Москве, Технополис, Москва, билет 1000 рублей заранее, покупайте. Если приходите ко мне, то делайте по моей ссылке, я вам оставлю ее под стримом. Вот. Ну, собственно, все. Или если я что-то еще вспомню, то я напишу в комментах, либо, если информации будет много, сделаю еще какой-нибудь ролик. Жду вас в гости 13 мая. Приходите, потусим. Все. Всем спасибо. Всем до встречи. Пока.